Большинство озер Якутии, а их более 800 тысяч, до сих пор остаются малоизученными. Отсюда и различные теории об их происхождении, и даже народные легенды о диковинных обитателях. Доказателей опровергнуть их в силах только ученые. Сегодня в Якутске стартовала международная конференция. Собрались иностранные и российские ученые, занимающиеся палеонтологией, наукой об истории озер. Туяра Филиппова продолжит. Если можно было бы поделить все озера Якутии ее жителям, то каждому досталось бы по одному водоему. Но о большинстве из них ни о глубинах, ни о происхождении, ни об обитателях не знают доподлинно даже ученые. Сам факт проведения конференции в Якутске свидетельствует о большом интересе мировой науки к Якутии. Глобальное потепление климата – одна из главных проблем человечества. Активнее всего происходит именно в арктической зоне. И за последние два десятилетия ученые интенсивно исследуют север Евразии, чтобы понять и выявить закономерности происходящих изменений. Для того, чтобы у нас была полная картина вот этих всех изменений на протяжении длительного геологического периода времени, нам нужно знать не только, скажем, там, европейской части, которая достаточно хорошо изучена, но также вот и более удаленных участках нашей страны. Палеолимнологические исследования позволяют ученым углубиться на миллионы лет назад, помогают получить наиболее древние данные, источником служат донные отложения озер. Но помимо чисто научного интереса, результаты этих исследований важны и для ведения хозяйственной деятельности человека. Изменение озерных равнин и озерных впадин на территории Якутии – это и важный для хозяйства процесс, потому что от этого зависит и условия ведения сельского хозяйства, и многие другие вещи. Северо-Восточный федеральный университет, на базе которого проходит международная конференция, заинтересован в новых совместных с зарубежными коллегами проектах по изучению озер Якутии, в подготовке молодых палеолимнологов, так как исследований и новых открытий предстоит сделать еще много. Туяра Филиппова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.